Ну что, дорогие товарищи, мы играем в Форт Брахсенбрухе с товарищем Хиксом. Будет весело, не уходите. Куда вы пошли? Тоже играть в Эрмитит, правильно? Пойдите делать это вместе. Suppose it's as good a place as any to make partial amends for Hogger's Bridge. Ой, о, смотри, тут прям снег какой-то, они тут и no. такую. То есть, когда вначале они сделали верментит, там не было никаких эффектов погоды. Сейчас вот это реально, это что-то они добавили. Охотник за лобстерами к нам присоединяется, да? Ну или не присоединяется, непонятно. Пойдем сюда. Может быть, даже я... Блин, надо чувствительность мышцы повысить. Давай, повышай. Повышай, пока тут еще ничего не началось. Ну все, вроде получше стало. Кто там Майя? Кто там Майя нет? Why do I get the sense you lot aren't enjoying it? Отстрелил из жопу. Так, 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 иди сюда. Так, здесь у нас фолиант. Надо забрать. Кровер, забери. This little spell will stop me telling you, Blightstormer. Northland at night, on your toes, mates. Rattling gunner, somewhere close. Bomb here. Bombard. Achieve. У него, кстати, у рапиры, она рапира с пистолетом, да? Нет, ну да, пистолеты отдельно два и рапира. Не, просто рапира, потому что есть еще рапира, да. Рапира с пистолетом. У нее есть спешл эффект, когда, ну, типа третье действие, где она стреляет из пистолета, то есть ты не выпускаешь оружие из рук. Может быть, у тебя, кстати, есть она. Глянуть. Да, у тебя, кстати, она. Какое у тебя третье действие, так сказать? На какую кнопку у тебя? Да. Скорее всего, на middle mouse по дефолту. Но это неудобно, я на гасе переназначу потом.
Сейчас я пока не совсем понял, о чем ты. Но есть вот первичное действие, это вот на левую кнопку мыши. Вторичное действие это на... Ну, щит, да. Да. И третичное действие. Это третичное действие у оружия. Спешл. Атака, самого. Блок зарядить. Атаку приблизить. Специальная атака. Специальная в... атака, да. Вот она. Нажми. Вот, да. Видишь? Понял. Понял. Если тебе удобно, интересно. Пользуйся. Я себя на другую немножко переназначил, чтобы... Только она патроны, по-моему, тратит. Так что не увлекайся. Healing draft. You'll need it. Dead is dead. We can do nothing for them. Can you not sense it? Like dung-coated fingers dragging through the trees. Что смотришь, гном? Прыгай. Хочешь череп? Так, а это что лежит, череп? Давай подберу. Да, уходи, уходи там. Не успел. Так, она к нам идет. Еще черепа демонов. Ну туда, тут не надо ими при это самое слишком увлекаться. Они вроде как дают усиление. Это, ну, собственно, фишка этого ивента. Ну, собственно, ну, давай возьму. Вот, но они какую-то гадость потом дают. Ну, они типа... где-то отображаются, я что-то не пойму. Вроде я подобрал один. А вот внизу, рядом с иконкой, у тебя есть самый. А все, видео, понял. Давай-ка еще, мне даже интересно. А вот кого? Не какой-то глаз. Да, и потом еще который... какая-то хрень. Угу. Типа они дают бонусы, но у тебя что-то потом хуже становится. Ну или там призывает врагов, я не знаю. Короче, не очень разобрался, поскольку это такой чисто вот этот майский ивент. Так, не бежим вниз. А, да, какие-то бонусы дают, кстати говоря. Так, здесь у нас, кстати, второй скрипт. Знаешь, когда прыгнуть? Наверное, с той тележки как-нибудь. Да, вот отсюда. Прыгаешь на эту хрень. О, на нас побежали. Да. Так, сюда? И куда, на камни туда? Да, туда, на камни. На вот этот вот столб. И, собственно, туда. И там чуть дальше будет. А, понял. Да, выпивай эту бутылку и бежи ко мне. Так, вон там вот чувак. Ага, все, супер. Патроны подбирай. Ай, помогите, спасибо. Мясо. Не говори. Крысятина не нужна? Французская?
Бусина. Ну. А рататуй среди них есть. Ну кто-то им готовит же. Пожрать. Только их кухня тебе не понравится. Она там что-то из разряда 30 сортов человечины. Главное, случайно гнома не запороть среди этой кучи, а то он тоже такой же маленький. Где там баррер? Иди возьми. Давай, за мной. Тут проход есть. Там можно было просто сверху пойти, а можно, собственно, здесь вот. О, еще. Бомбы. На-на-на-на, бомба. Ну что, будешь брать? Я тоже взял. Я взял, да. Там. По-моему, количество врагов, которые на нас сейчас нападают, собственно, оно связано с тем, что мы тут взяли. Тебе. Но это не точно. О, сейчас на нас побегут. Так, тут от берега немножко дальше тогда надо. Хотя подожди. О, вот он. Гранатами в него. Ай! Меня тут взяли. За жопу. Мою тонкую эльфийскую жопу. А вы с гномом соревнуетесь, кто больше убил? Так. Вот этот большой считается за одного, да? Все равно, да? Так, теперь сюда. Вот еще черепа. Ай, давайте. Ой, блин, я упал. Надо обратно идти. Пардоньте. Спотыкнулась. Вот отсюда прыгаем. Сюда. Сюда. Собственно, блин, а здесь... так же, наверное, не найдешь с первого раза. Ну да, немножечко. Кейдж. Она прикольная с таким шотландским акцентом. Угу. Говорит. Забавненько. Кто там? Дырка вниз была. Давай сюда. А это что за спуск вниз был? А, это откуда мы пришли, понятно. Да. Вот он такой. Отстрелите ему яйца вот этому вот, который тут валяется. Блин, я даже спуститься не могу, столько их много. Все, теперь вниз.
Вот, а здесь вот у нас гримчик. А надо было оставить все-таки. Все, пойдем. Или не пойдем, давай-ка здесь пока останемся. Yes, yes, yes. Attacks from shadow. Ты да? Давайте, по мне. Еще черепа. О, healing drop. Я возьму, если никто не возражает. Да, тебе надо. Не, конечно. У меня типа там временное здоровье, но... Да, но оно временное. Бросай! Что за звук такой был непонятный? Я тоже, это какой-то баг. Давай пойдем навстречу этим. Прикольно, мне нравится это. Стенка тем, что можно просто кучу этих тварей свалить. Тут можно как бы с двух сторон зайти. Тут это... С одной и с другой стороны, там, это разница не особо не играет. Ужас, у меня весь экран забрызгало. Ничего не видно. Это слишком хороший RTX, да? Ну, слишком много декалей крови можно поставить. Магическое зелье. Кто тут навонял? Вот черепок. Труна. Черепочек. Так, тут идти надо было. О, сюда. Давай, отходи, отходи, отходи. Ой.
возвращаемся. Они что, бесконечно идти будут? Ну почти. Даже не знаю, может мы перенабрали этих черепов? Может быть. Так, ты внизу уже, да? Нет, а, нет, еще тут внизу. Вот, давай теперь вниз. Так, что-то у нас... У тебя кто тут? О, птички. И череп еще. Два. Берем? Конечно, сейчас, подожди. Тут гримуар, кстати. Можешь отдать не тебе, а этому боту. У тебя кто тут посильнее будет? Крубер, да? Ой, да, наверное, да. Круберу тогда отдаю, да? Так, я сам починюсь немножко. Супер, хорошо. О, все закончено. Где череп? Какой череп? Там черепа надо подбирать, да? Как же без этого, да? У меня уже все красное вокруг. Я уже успокоилась. Вот тут, кстати. Так. Крубер, давай ты тоже возьми. А, иди сюда, иди сюда. Сюда тут у нас аптечка есть. Вон там. Мое здоровье. А что с ним случилось? Ну, потому что у нас два гримуара, это как минимум. Так, в общем-то, злые крысы. Так, что у нас тут? Лечебные боеприпасы. Ну, в смысле, припасы просто. Если кому-то нужно. Так. Плотненько, да? Да. Магическое зелье тебе не нужно? Нет. У меня с тобой. У меня оба слота, которые могут что-то взять, они заняты. Ай, помогите. Спасибо. Аптечка. Если вот череп. Где? Да ладно. Так, чё, аптечку возьму, тогда подлечусь. Подлечись. На, дело хорошее. О, этот самый загубленный искусство. Вот там аптечка, еще зелье лежит. И еще аптечка. Так, череп. Все. Да ладно, пошли уже. Вон там еще. Так, пойдем. Выпью тогда. Было так, куда-то побежал, да? Все, сейчас надо будет пробиваться наверх, делать первый выстрел. И затем
делать первый выстрел из пушки. Вот. А затем искать ядра. Или одно, или там что-то. Все, наверх, 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 поднимайся, поднимайся. Ну, черепочек. Да, надо брать, конечно. Куда же без этого? Кто будет крутить? Ты, я, ты. Давай, я. А куда надо стрелять, я не знаю. Она сама наведет, все нормально. Вот, еще раз надо. Пойдешь? Тогда защищайте меня. А, что это было? Контакт. Очищайте. Да, вон там ядро. Пошли. О. Сюда иди. Икс. Давай, отступай, отступай. Загубленное искусство, да? Да-да-да, вот оно. Все. Теперь за ядром. Периодически оборачивайся, а то может быть не очень хорошая ситуация. Кидай. Как-то на более сложных... Ну, когда более сложно, тогда там иногда можно... Ну, может, ну, может быть нужным стрельнуть, как бы, то есть пройти этот путь немножко по-другому. Будешь произвести? Мне тяжело было нести эльфийка. Такое очень ядро. Тяжело. Ну, 3000 лет тренировок или сколько я там живу. Кинешь, то есть прицелишься, стрельнешь. Давай. А, ну уже прицелено. А, все. Ну теперь надо вниз идти. Ага, супер. Все вниз, все вниз. А? Ну вот и мы прошли эту миссию. Чем вас и поздравляю. Я даже ачивку получил. Да? Какую? Mm-hmm. Complete Act 2. А, ну вот, супер. Да. Ну что, дорогие товарищи, лайки, подписки, шары. Все дела, вам это приятно, нам это полезно. В общем, как-то так. Ну а мы продолжаем играть. Правда? У нас еще ж да. Последний этот самый. Блин.
Последняя карта в акте. А, или да. Тебя... Як-то так. О, у тебя красивое число, 666. Красавчик. Боты вообще как не старались. Но особых противника поубивали. Молодцы. Как-то так.